Так, все. Заканчиваем перерыв, погнали дальше. Так, а дальше нам нужно обратно в комнату Сусовета. Обсуждать информацию, что мы собрали. О, вы вернулись. Ну что ж, ребята, докладывайте. Бейте меня в лицо. Может, и надо. Ну, мы поговорили со всем персоналом, но практически... Но практически ни у кого ничего не было. Единственный, кто видел что-то отдаленно странное, был борщик. Он увидел подозрительного человека, который, казалось, исчез прямо у ворот старого школьного здания. Да. Весь преподавательский состав был слишком занят подготовкой к тестам, поэтому никто не увидел ничего полезного. Буфетчица и фауна у ресепшена тоже ничего не сказали. Понятно. Я немного как раз боялась этого. Что ж, у нас следующее. Мы услышали несколько интересных историй от трех студентов. О, господи, Астер, ну ты вспомнил. Так, Эстель сообщила группе истории Патрика, Микки и Филисти. Все эти разговоры относятся к задней части школьной территории, рядом со старым зданием школы. Это кажется мне слишком похожим, чтобы быть просто совпадением. Ну, я тоже достала кое-какие полезные результаты. Я сделала 30 фотографий учеников и учителей и 50 школьных пейзажей. Они все очень милые. Я люблю это место. К сожалению, мои усилия не увенчались успехом. Однако я смог заставить несколько прекрасных кисочек слететься на зов моей лютни. То есть вы двое не добились буквально ничего. Типа вообще. Ну, в смысле, я не ожидал многого, но да ладно. Салар, учитывая, кто он, нет, не посадит. Итак, я остался последним, я полагаю. Я просматривал записи на предмет похожих случаев. Проблема в том, что все здесь настолько новое, что нету ничего действительно похожего на истории о призраках или чему-то подобном. Все
все, что имеет хоть какое-то отношение к делу, сосредоточено вокруг старого здания школы. Ну, в таком случае, эти старые развалины подозрительны. Как ни посмотри. Так, слушайте, а в чем дело с этой лачугой? Это оригинальное здание, Дженнис. Насколько я знаю, оно существует уже несколько веков. 20年前まで使われていて, こちらの新校舎が建造されてからは閉鎖されているんですけど. Новый кампус был закончен около 20 лет назад. Школа переехала сюда, а старое здание с тех пор было закрыто. Так, стоп, подожди. Закрыто? Но мне казалось, мы смогли заскочить туда во время школьного фестиваля. К сожалению, несколько очень опасных монстров, которые бродят вокруг, проникли внутрь после вашего ухода. Ага. С тех пор мы были вынуждены оставить это место наглухо запертым и заброшенным. О боже, каменные руины многовековой давности. Мне кажется, что это идеальное место для призрака. Так, стоп, а откуда тут текст появился? Его нет в оригинале. Ну ладно. Большое спасибо, кто указал на это. Но подразумевается. Ну, я действительно не хочу идти, но не похоже, что у нас есть другие зацепки. Ну, уже довольно поздно, так что, может быть, мы проверим это место завтра, а? Почему, Эстель? Почему сейчас не подходящее время? Мне не кажется, что сейчас так уж и поздно. Но, видишь ли, уже почти наступила ночь, и, ну, может быть, это опасно, с монстрами и все такое. Днем это будет непросто, поэтому я могу себе только представить, что ночью это будет гораздо опаснее. Но суть не в этом. А, нет. Но разве не в этом и суть? По-настоящему. Что-то страшное появляется под светом луны. Если есть какой-то момент, дабы понять истинную природу нашего призрака, то только сейчас. Да. Нужно фотографировать призраков ночью. Это закон или что-то в этом роде. Закон в стране психов, возможно. Эстель? Ну что случилось? Не знаю, мне показалось, что я увидела что-то за окном. О боже. Это была своего рода белая тень, возможно, просто зиг. Так, стоять. Белая тень.
Эстель-сан, что насаттан деска? Эстель, что? Ой! Эй! Эстель-сан? Эстель? 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 Что? Ты проснулась? А что? Эстель-чан. Ну, Эстель, ты проснулась. Слава богу. Как самочувствие? Тебе не больно? Нет, я думаю, я в порядке. Так подождите, это женское общежитие. Почему я... Так, подождите. Я видел это. Я видела белую тень. Прямо за окно. А потом... А значит, ты действительно видела призрака. Эстель? Как выглядела белая тень? Это был мужчина, одетый в старомодную одежду, вроде оперного костюма или что-то в этом роде, и в маске. Он танцевал по кругу и светился. Он полетел в сторону старого здания школы. И... какой опрятный призрак. Рискну предположить, что это соответствует описанию, которое вы уже слышали, верно? Я так и думал, что старое здание школы может быть как-то связано с этим. Пошло оно. Я не знаю, кто это. Страшила или чудак с дирижаблем в штанах или что-то в этом роде. Но если он собирается бегать повсюду, при этом выглядеть как сумасшедший и пугать людей и заставлять их падать в обморок. Я собираюсь избить его до полусмерти раз и навсегда. Избить его до полусмерти? Эстель, а разве ты не боялась призраков? Я боялась привидений, потому что не была уверена, что они существуют или могут... Существуют или они могут... вырвать мою душу или что-то в этом роде. Теперь, когда я увидел одного такого, я больше не боюсь никаких призраков, ничего. Так что если я увижу его снова... мой посох встретится с его лицом. Я не уверена. Это смелость говорит в ней, или она с ума сошла? Как я ожидал с этой Эстель. Ну все, сейчас будет весело. Хорайо, сенсей кара урамон но каги о карите кита зе. Так, ладно, я получил ключ от задних ворот от учителей. Аригато, Ханс-кун. Спасибо, Ханс. Безумие отвага. Чоуши ва дайжобу нан даро на. Я очень рад, что ты так загорелась этим, но ты уверена, что с тобой все в порядке? Конечно, в порядке. Почему я не должна быть в порядке?
Когда это я создавал впечатление, что... Да, когда я создавал впечатление, что призрак парализирует меня страхом. Это глупо. Мы войдем в это здание школы, ударим призрака по лицу и притащим его обратно в гильдию. Я еще добавлю, засунем его в мешок, завяжем его и притащим в гильдию. Сука. Ну, раз ты так говоришь. Эстер-кун. Похоже, мы наконец-то... попадаем в стихию Эстель. Ну что ж, давайте начнем наше испытание на храбрость. В руинах, возможно, пустили корни монстры, поэтому туда следует входить только тем, кто владеет боевыми искусствами. Хорошо думаешь. Для разнообразия, конечно. Нет, только нет, вы что издеваетесь, мне опять ее защищать? Девушка с камерой может идти. Но остальные должны остаться здесь. Да, я понимаю. Мы оставим все вам. Большим и крутым бойцам. Мы будем ждать здесь на случай, если что-то случится. Агат? А могу я сопровождать вас? Что? Простите, принцесса. Не слишком ли это опасно для возможной наследницы Либерна? Дети в приюте видели это, что бы это ни было. Я не могу это просто оставить так. Я также несколько раз уже бывала в старом здании школы, так что думаю, я смогу помочь. Ну ладно. Хотя, конечно, когда я задумаюсь об этом, ты вероятно, достаточно опытна, чтобы помочь нам в любом случае, учитывая, что ты... сражалась против Ричарда и все такое. Ну просто будь осторожна и не переусердствуй, ладно? Я буду осторожна, я обещаю. Ладно, решено тогда. Давайте отправимся в здание школы и поймаем этого призрака. Может, ее все-таки оставим здесь, а? Ну, Дороти не нужна. Я не думаю, что кто-то из нас хочет вас замедлять, так что мы подождем здесь. Звучит неплохо. И будьте осторожны, хорошо? Я ожидаю несколько забавных анекдотов, когда все будет... разное сделано. Ага, обязательно. Мы будем здесь наготове на случай, если что-нибудь случится. Будьте осторожны. Знаете, что мы сейчас, ребят, сделаем? Пойдем в женское общежитие. Может, там секретный квест сейчас активируется с Оливером. Так,
Так, это у нас имя. Purity, книжный червь. Алиса любит все милое. Да, это имя. А я? А я полностью поглощена спортом. Мы все так дико отличаемся друг от друга в этом общежитии. Походу, все-таки ничего. А вот и Алиса. Пока я убиралась, я нашла наряд, в котором я была одета на школьном фестивале. Каден сделал это для меня. Очень мило, да? Ну да. Многие персонажи, появляющиеся в новеллах, вдохновлены реальными людьми. Ну да. Если писать только на основе воображения, то, как правило, персонажи получаются поверхностными и скучными. Интересно, а кем вдохновлен тогда Оливер? Рейна должна была знать, как сильно я ждала этого путешествия. Как она могла организовать обратную поездку домой за моей спиной. У меня такое чувство, что она предала меня. 4 кровати, 3 тянки. Разберутся. Вон тут у нас пустая комната, так что кто-нибудь, наверное, сверху пришел. Ладно, к сожалению, не было никакого эксклюзивного квеста с Оливером. А я так надеялся. Так, врата закрыты. Использовать ключ. Ну, Астер, может быть, но я что-то такое не помню. И погнали. Наруто. Корега Кюкошага. Итак, это старое здание школы. Наканака хонкактекижанайка. Ну вот. Теперь мы хотя бы куда-то продвинулись. Сазоя зок-зок сасете курэру ни чигай най. Я уже чувствую, как моя кровь начинает петь. Ужаса всего этого. Не-не-не, у меня мурашки по коже. Да, вы двое действительно похожи. Очень напуганы, прямо в ужасе. Ну, в чем дело? Эстель, на двери. О боже. Мне это не нравится, ребят. Это карта? Отлично. Давайте посмотрим, что там написано. О, незваные странники. Добро пожаловать в мою временную обитель. Сенненно-норуи. Осорену нараба вага мото ни хасе-санжиру га йой. Если вы не боитесь проклятия тысячи лет, то поспешите ко мне. Первое проклятие находится в большом зале. Пустое пламя будет направлять вас. Пиктом, нет, это местный язык. Так, карта была охвачена пламени и сгорела. Ничего себе. Какого черта?
Может, это было само возгорание? Полтергейст現象などで時々起こるらしいけど. Я слышал, что такое случается с полтергейстами. Зайбун挑戦的な幽霊だね. Такое у нас провокационное маленькое привидение. Бог達に謎かけをしてきたか. Пытается загадать нам загадку, да? Чё-то-жанай! Ну всё. Ikiteru ningen sama o nameru janai wa yo. Он доигрался. Я преподам ему урок, чтобы он не связывался с настоящими, живыми людьми. Цуёнари мо соко маде икеба жото да. Ну, до тех пор, пока ты можешь сохранять храбрость, у нас всё будет в порядке. Однако, пустое пламя будет вести вас. Что это значит? Не готова предположить, что большой зал — это большой вестибюль, расположенный сразу за дверью. Нам нужно изучить это. Да. Пошли. Ну, ребят, что вы думаете насчет пламени? Астар. Да не только, их много где было. Это типа письменность местная. Твое пламя вас направит. А, тьфу ты. Ей, сундуки, ребят, на месте. И кто-то наполнил лутом. Спустя год. Или сколько там прошло. Этот сундук пуст. Как и мой источник творчества после написанного сообщения сверху. Или ранее. Что ранее встречались. Кстати, да, мы давненько сундуки не открывали. Так, а тут ничего. Да, после написания всех сообщений, которые были ранее в сундуках. Так, а тут что у нас? У нас ничего. Это место подождет. Астер, сейчас я сначала посмотрю насчет сундуков. Пустое пламя. Наверняка можно подумать, что имеется в виду подсвечник. Он единственный, что не горит. Так, дайте мне взглянуть. О, в подсвечнике была карточка. 第二の呪いは教室に南を向く生徒を探す. Второе проклятие находится в классной комнате. Ищите студента. А,
смотрящего на юг, устремленный к югу. Карточка загорелась. По крайней мере, ответ был правильный. Значит, в этот раз нам нужно найти классную комнату. И студент, смотрящий на юг. Пустой в школе, да? Если я правильно помню, всего в левом крыле 4 класса. По 2 на каждом этаже. Тогда ладно, давайте проверим их и пронаблюдаем за нашим компасом. Я думаю, знаю, где я видел там кое-что подозрительное. Вот он. Окано секи ва чиракаттеру но ни коко даке чанто окаретеру не. Все остальные столы разбросаны в беспорядочном виде. А этот выглядит вполне нормально. И он как раз указывает на юг. Возможно, это он. Дайте взглянуть. В углублении стола лежала карточка. Третье проклятие находится в саду. Ищите упавшую шею. И карточка сгорела. Ну, по крайней мере, это было правильно. Но где следующее? Упавшая шея в саду. Ясно, что это метафора. Но для чего? Какая удивительная тайна. Но если так подумать, учитывая контекст, да не, все равно опять странно. Ладно, посмотрим. Так, тут мы проверяли. Так, а сад вроде находится с этой стороны. Блин, заперто. Дверь заперта. Использовать ключ от задних врат, но он не сработает. Хотя, может, какой-нибудь комментарий забавный будет. Нет, не будет. Больше ничего. Ого, сколько септима, цепи-то. Надеюсь, вы помыли руки, если собираетесь дважды открывать меня. Ну, ребят, мы помыли руки, да? Слушайте, тут что-то ничего нету. Может, наверху имеется в виду. Может, а тут больше, да, ничего. Во-во. Астер, я тоже вот о ней подумал, когда только что увидел.
Павшая шея в саду. В каком-то смысле это соответствует требованиям. Да, похоже на то. Смотрите. В каменной... Как она называется? Ну, корзинки лежит карточка. И старый ключ. Имакосо норой ва джоджу сери. Сайго но сирен о норикое. Иза. Вага мото ни китаре. Теперь твое проклятие осуществилось. Преодолей последнее испытание. И предстань передо мной. Карточка сгорела. Я думаю, на этом заканчиваются эти загадки. Надеюсь. Однако я надеюсь, что... Твое проклятие осуществилось, это всего лишь метафора. Ну, независимо от этого, он желает, чтобы мы использовали ключ. Давайте найдем замок, который он сможет открыть. Привет, концентрат. Салар, ну, кстати, да, тоже вполне. Это статуя дракона. Ребят, учитывая опенинг, эта статуя дракона обрела уже другой смысл. Эта статуя здесь находилась столько, сколько я помню себе. Либеру не сесокустейта кодай рю о катадотта моно рассии дескедо. По всей видимости, она сделана по образу и подобию дракона, который раньше обитал в Либерл. Ксена. Что-то в этом не так. Нанико шикаке га найка сирабете миру то сурзо. Давайте посмотрим, есть ли какой-нибудь подвох тут. Точка. Чтобы что-то подобное было под статуей? Неплохой маленький план. Это становится довольно захватывающим. Да, кто-то действительно пытается сделать это весело. Если бы это было туристическое место, я бы попросила бы, чтобы сюда приезжало бы много гостей. Да, но знаете, что-то во всем этом кажется странным. И выходящее за рамками того, чего ты ожидаешь. Например, эти карты. Не кажется ли вам это странно для призрака? Ну да, казалось бы, бестелесному духу трудно будет все это сделать. Не эти загадки. Могу поклясться, что я где-то уже... И ты тоже, Клоя? Да, я тут подумала, что я помню, что они...
Где-то уже были. В одном сайт-квесте в первой части. У нас было что-то похожее. Но в любом случае. Мы столкнулись с чем-то. Что не дастся нам легко. Так что, держите себя в руки. Мы идем ко дну. Ну, погнали. Ну что ж, данж. О, фак. Что за... Ну, черт. Он идет. Оно такое пушистое и с тентаклями. А, я сказал руки, а не руках. А, ну, оговорился. Так. С таким количеством текста. А, что-то оно живучее. Ну, Астер, да. Фу, Астер, Салар. Это был еще скрытый сайт-квест. С подсвечником. Ага, земля и... Этот... Огонь. Мочи. Сам Гилгард просил, разве? Ладно, я не помню уже точно. Но по мне казалось, что это скрытый квест был. Короче, магия и точка. Да, все равно резист отлично. Фиктом, я не знаю. И мне очень не нравится то, что я слышу. И кто сиока? これは避けられない。さてと。これで決める。お任せを。お見せしよう。美の神髄よ。ハウリングバレット。 俺に任せな。
Так, и халява. Да, что-то опыта вообще нечего. Ну, это было проще простого, я думаю. А это место что-то вроде подземных руин? Похоже на то. Архитектура похожа на здание средневековья. Я понятия не имел, что такое место, как это, находится так близко к Академии. Это сколько лет Академии, неудивительно. Монстр в этом месте такие же крепкие. Как Хупер Шейвс в винном погребе. О боже. Эти руины, скорее всего, и есть испытание, о котором говорилось в карте. Да, мы ни за что не можем взять с собой безоружного гражданского дальше. Эй! Фотографша. Да, в чем дело? Ты ведь все слышала? Это место — смертельная ловушка для таких, как ты. Возвращайся в ту комнату, в которой мы только что были, и жди нас. Мне хотелось сделать несколько потрясающих фотографий призраков. Не беспокойся, Дороти. Мы вернемся, если что-нибудь найдем, окей? И тогда ты сможешь получить свои потрясающие фотографии, верно? Ну, если я должна... Но будьте осторожны, ладно, ребят? Ладно. Пошли. Не спускайте глаз с монстров. Они крепкие ублюдки, так что... Давайте будем сражаться только с теми, с кем нужно будет. Верно? Окей, хорошо. Естественно. И пусть ее похитят. Ну, раз то это мы... Уже увидим, что будет. Паук. А, блин, надо похилиться. Чё, всё? Сдохли? Так, отлично. Куда пойти? Давайте сюда. Давайте сюда. И сундук. Одинокое перекати поле перекатывается с одной стороны сундука на другую. Кстати, а где Лунар? What the fuck? Это чё за фигня-то?
Орено бандана. В смысле мимо, вы че? Сасерка! Почти как паук, но не такой милый. Ну да. Ну слушайте, предыдущий враг был, конечно, крепким, живучим. А вот все остальные мобы тут что-то ни о чем. Я думал, нас сейчас будут иметь по полной, но нет. То, что вы взяли из этого сундука, вы никогда не сможете восстановить. Действенность сундука. Ну да. Так. Ну, срань. Стоп, а это было, по-моему. Это 56-й сундук, который вы открыли. Поздравляю. Не, я просто шучу, я даже не считал. Так, ладно, все-таки повторки есть, увы. И, кстати, у Клои нету аксессуаров. Чтобы ей дать. Ну, например... Ну, Салари, я точно цифру не помню, но... Возможно, да. Двойной опыт, это всегда хорошо. Это ваза? Это горшок? Нет, это супер сундук. Ну вы поняли отсылку. Хорош. Как отчаянно вы не мародерствовали, лутали, вы ничего не можете найти в сундуке. Сундук одарил вас самодовольным взглядом, что побудило вас нахмуриться в ответ. Блин, попался вот. Блин, тут нужен еще один аксессуар против отравлений. А у меня его нету лишнего. Так. Да, блин. Слишком много персонажей. Ну, Астер, да, это было бы вообще жесть.
мать его. Да. О. Да, пусто. Окей. Так, что за фигня? Так, и стрим больше не лагает. Какие-то турбулентности. Оба. Так, тут сразу обновлять. Когда вы открываете сундук, из него вылетает несколько запечатанных, серьезно, запечатанных кричащих душ. Это, наверное, нормально. Ну да, ребят, все норм, все норм. Так, слушайте, да мне идти-то. По-моему, уже все посмотрел. Почему-то я МК вспомнил. И телепорт оттуда. Так, о, еще место. О! Салатик, вот тебе новый пестик. О боже. Вы вернули, чтобы навестить меня. Знаешь ли это, что вы мой первый фанат? Ну, наверное, можно это сказать. Что у нас тут? Подозрительно. Ладно. Так, это мужское, понятно. Сундук пуст, но, по крайней мере, внутри... все очень хорошо убрано. Там бархатная подкладка и все такое. Или точнее, все внутри довольно опрятно и красиво. Может его взять с собой домой? Вы видите котенка, свернувшегося калачиком в сундуке? Вау, это так мило. В результате острого котячего приступа, назовем это так, вы забыли забрать все, что еще осталось внутри. Не вздумай закрыть. Так мы его не закроем. Так, ладно, вот это было забавно. И мы оставили этого котика в сундуке, да? Одного. Так, стоп, нет. Фармик сипит. Боже.
Из-за этих сундуков, даже когда ты изучаешь данж, тебе не скучно. Ну, когда ты изучаешь данжи и постоянно куча врагов однообразных, тебе не скучно, потому что сундуки разбавляют атмосферу. О, монстр появился. О, фак. Почему эти чуваки напоминают мне кое-каких юнитов из Warhammer 40K? Dawn of War. Короче, стратегии. Фак. Кто-то еще остался в живых? Не, ну, Аздрюбель очень отдаленно, само собой. Напомнило. Очень отдаленно. Кстати, да, вот. Как раз таки мародер. По-моему. Так, а что там написано? Вы заметили, как... Никто другой больше не бегает тут и не берет себе этот лут. Как вы думаете, а почему? Ну, Данила, он вообще такой о себе. Хотя нет, все-таки его пули местами хорошо тащит. О, фак. Еще один. Да, было дело. А, блин, я сейчас просрал. Нет, ладно. Лёгся. И кто съёка? Если вовремя среагировал, получил бы халявный навык. Ай то магокоро кими тачи ни. Сате то. А, блин, стоп. Я забыл у неё. Ладно. Забыл, что у Хлои исцеляющий арт.
Да я хотел ее сейчас быстро завалить. Хорош, палки по голове. やれやれ。 Неплохо. Ац! Кудо! Так, вон, дыхание нам нужно. Йоп! Блин, одно очко не хватает для халявы. Уже поздно. Изи. Живучий просто. Оу. Мы получили трофей за смелость. Так, ладно, ребят. Думаю, тут на сегодня я остановлюсь, и продолжение следует. А то чувствую, впереди куча диалогов и веселья. Так что тут будет хороший момент, чтобы остановиться. Так что продолжение следует.